Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Roleplay, первый сер. У них здесь Кирилл Путбулови, и сейчас я хочу купить бизнес, вот этот. Да, после пиротехника, но зачем я его куплю, вы узнаете. В принципе, вы это обязательно узнаете. Итак, может все-таки Go 1.8... Блин, я хочу его ломать за 1.8, блин, но он за 1.9 его продает. Но он мне нужен, я расскажу почему. Возможно, это будет моя очередная больная идея, но, может, вы поймете, в принципе. Зачем все-таки он мне нужен? Мне там предлагали 24/7 за 7.5 возле ППС, но это дорого, блин, 7.5, потому что еще нужны бабки на тюнинг. Да, там, возможно, финка нормальная. 850 по рукам. Ща я за деньгами. Сейчас за деньгами съезжу, короче. Все-таки, ладно, за лям 850 я его куплю. Хрен с ним, ладно. Он говорит, гос у него 1 миллион, блядь. Я честно не помню. По-моему, там госка не 1 миллион. Сука, вот вангую там госка не 1 миллион. Он вообще его за 2.1 продавал, ну, блядь, 2.1-то тоже для него дорого. Но я его куплю, пацаны. Куплю просто потому, что, блядь, понимаете, я уже третий день не могу бизнес купить. Третий день, или четвертый уже. Короче, долго я уже не могу бизнес купить. Я уже пытался у кого-то купить бизнес, но, блин, ни хрена. Так, снять. У меня, это надо мне лям 700. Все, лям 700 снимаем. И у нас лям 850 будет, окей. Все, возьмем его за лям 800. Хрен уже с ним, ладно. Потому что бесполезно еще ком-то торговаться. Вообще, я бы его за 1.5 бы купил, вообще бы прям сразу, просто. Сразу бы его купил, ну ладно, 1.800. По-моему, я и в батарею, помните, бизнес брал пиротехнику? За 1.8, по-моему, тоже брал. Ну, блин, это, конечно, в козырном, можно сказать, месте находится, возле вокзала, как бы, блин. Но, блин, я расскажу, зачем он мне нужен вообще. Ну, вообще мне нужен бизнес, потому что я задолбался. Я уже хочу хоть какой-то бизнес, чтобы у меня был. Потому что, не знаю, я такой человек, я не могу без бизнеса быть в игре. На мазинге особенно. Поэтому как-то так. Ну что, предлагай за 1.850.00. Давай, чувак, предлагай мне бизнес. Этот. В принципе. Он уже будет мой, по сути, да? Чё, предлагай? Было бы круто, если бы сейчас его ввоз хуйнул. Прикиньте, такой херак и ввоз его. Лям 850. Пиротехника. Так, давайте тайм пропишем. Все, я его купил. Пиротехника номер 3. Спасибо. Спасибо. Удачи. Удачки. Так, вот теперь это мой бизнес, короче. Кирилл Путбулови, да. Круто. Так, в первую очередь сейчас сделаем вход бесплатный. Хотя можно вход 5000 поставить. Так, сколько там продуктов? 500. Количество товаров 500. Окей, так, это закупку надо вырубить ее сразу. Если она здесь есть. Стоимость огромного товара. Ладно, это я не умею делать, поэтому я не буду это менять. Так. Изменить курс. 0 сразу ставим. Так, давай-ка. Я думаю, он не будет быстро продукты хабать, поэтому. Так, подать государству, финансовая статистика. Кстати, финка тут не такая плохая, блин. У меня в столовой финка хуже была. Лол. 6 000, 23, 25. Блин, тут финка даже довольно-таки неплохая была. Ёпта. Нормально, блин. Чувак, кстати, с финкой не соврал. Он говорил, типа, там, 5-20 тысяч. Кстати, не соврал с финкой, блин, красавчик.
Так, кстати, я не видел новый интерьер про техники. Я зайду, наверное, потом посмотрю. Возможно, там новый интерьер будет. Я, кстати, не знаю, как ими пользоваться. Пацаны, пишите, как ними пользоваться, потому что я не умею правильно пользоваться. Одиночная ракета, дымовая шашка. Так, красный. Окей, сейчас пробуем запустить. Я просто не умею ими пользоваться, реально. Я не умею ними пользоваться. Так, блок. Что произойдет или нет? Не, ну, нормальный такой бизнес, я думаю, будет. В принципе. Давайте еще одну попробуем поставить. Во! Сейчас ебанет по-любому. О, прикольная тема. Есть, наконец-то у меня получилось, пацаны. Можете закупаться, там находится он, пацаны. Сейчас я даже отойду, по-моему. Это какой бизнес? Второй или третий, по-моему, по счету. Сейчас я даже вам покажу. GPS пишите. Бизнесы и... Вот, третий бизнес сразу. Это он, по-моему. Да, это он, П, пиротехника. Ну, так, кстати, падики будут обозначаться потом. Я знаю, что бизнеса здесь уже не будет после ГО. Его переместят. Да, его, пацаны, переместят. И, по-моему, он будет стоить 7 лямов. По-моему, он будет стоить 7 миллионов даже. Давайте я даже сейчас зайду на ОБТ сервер и посмотрим интерьер пиротехники и сколько будет ГОС. Мне просто реально интересно. Поэтому, чё, погнали на ОБТ сервер. Кстати, с ГОСКО он не обманул. ГОСКО здесь 1 миллион. Не, нормально, сейчас посмотрим на ОБТ сервер, сколько он будет стоить. Хотя не уверен, что это он будет. Хотя, думаю, это он, да, будет. Ну, короче, посмотрим. Погнали. Так, вот я зашел на ОБТ сервер. Кстати, здесь чувак на меня заехался, Денис Красава. Спасибо тебе большое. Ну, в принципе, это ОБТ сервер, ну да ладно. Сейчас мы спустимся. Я... Тут недалеко от моего дома есть бизнес такой. Давайте я машину заберу, наверное. Окей, и погнали посмотрим, чё и как. Надеюсь, там внутри заменён, пацаны. Зачем было РБС машин делать, я не понимаю. Помеха тестированию. Блять, охуенная причина, блять. Чтоб чуваку вар дать. Вот эта бэха так начала рулиться по-другому. По-моему, здесь была пиротехника. Если я не ошибаюсь. Да, вот она. Сейчас посмотрим, что там за интерьер. И сколько ГОСКО. Вот, салюта. Магазин салюта. Это же пиротехника будет, по идее. 7 лямов ГОСКО, пошуру. 7 миллионов ГОСКО, прикиньте. Блять, только узнать бы, какой счет это, какой номер бизнеса. Сейчас глянем. Так, походу заменили. О, прикольно, блин, новый интерьер будет, пацаны. Круто. Блин, я оставлю себе пиротехнику, пацаны, я не хочу продавать, на самом деле. Блин, тут интерьер такой еще прикольный. Вообще по кайфу будет, пацаны. Если 7 лямов, прикиньте, у меня воска будет 7 лямов, блин, просто. Ай, бизнесы же, по-моему, не слетят же. У меня, прикиньте, ГОС будет бизнеса 7 лямов. Я просто в такой плюс иду еще нормальный. Допустим, посмотрите, я его купил там за... Грубо говоря, 2, да? Я его купил за лямы 550. Если я его продам, потом... Короче, я в плюсе буду... Ну, где-то на 2 ляма точно буду в плюсе, если его ГОС слить даже. Просто будет охуенно. А ну, салюты. А ну. Набор Хиросима. А ну, что это за... А ну, сейчас глянем, что это будет такое. А ну. Набор Хиросима. Сейчас посмотрим. Так. Блуф пишем. Так, блуф. Просто, пацаны, круто, блин. Чё это такое? Ебать! Ебать его в рот! Вы видели просто? Это пиздец. Это пиздец. Не, я себе оставляю магазин в очередной... Пацаны, это пизда просто. Ай, жесть. Вы видели? Это, походу, будем... Это херней надо будет забор взрывать. Точно. Это херней надо будет забор взрывать. У меня бизнес просто будет мега прибыльный. Блин. Как это охуенно. В натуре надо будет забор срывать этой хренью. Вот зачем оно. Все, я бизнес себе это оставляю. Все. Ну, то есть на РП сервере. Я оставляю себе лучше этот бизнес, оставлю.
90 тысяч, пацаны, блин, он будет мега прибыльный. Реально, он будет мега прибыльный. И, по-моему, мой бизнес, тот, что будет, должен там быть, его там сейчас нету на ОБТ сервере, он будет здесь. Блять, пацаны, это очень круто. Вот где вы будете брать взрывчатку, чтобы подрывать забор. Он будет 190 тысяч, пацаны, просто я подниму жестко. Ебать, не зря я его купил просто, блин, охрененно. Охрененно я купил его пиротехнику, вот. Понимаете, вы будете взрывать заборы этой херней, вот, набор Хиросима. Все, пацаны, это будет мега прибыльный бизнес. Просто смотрите, что сейчас произойдет. Просто, вот, допустим, там, вы вот подошли к забору, да? Пишите команду. И надо убегать. Так, надо убегать, убегать. Смотрите просто сейчас, что будет. Сейчас будет пизда просто. По идее, должна быть. Вот, смотрите, вот взрывается оно. Видите, вот так все будет происходить. Просто, это просто охренено. Я смогу этими ракетами еще баловаться, блин, понимаете? Это будет вообще охуенно просто. У меня будут свои ракеты, я могу их покупать, блин, и баловаться потом с ними, потому что их дохера просто, понимаете, какой? Да вообще, понимаете, прийти просто подорвать всех, блин, это будет так и круто. Пацаны, я просто мега доволен, что у меня будет этот бизнес. Я купил его, блядь. Я все-таки не прогадал. Честно, я не знал об этом, что у него будет ГОСК 7 лямов, судя по всему. Что надо будет взрывчатку покупать, вот эту. Вот этот бизнес этот должен был. Но его здесь нету. По идее, сейчас я объеду здесь сзади еще. Может, он здесь находится где-то. Я аж хз. Авентадор. Здесь падики есть, кстати, тоже. Давайте съездим. Я знаю, где еще одна пиротехника была, в принципе. Сейчас мы посмотрим. Но бизнесы, по идее, переместят просто, и все. Сейчас мы посмотрим бизнес другой. Кое-какой. Какой под мостом Южин? Там же тоже пиротехника есть. То есть под мостом Арзамаса. Так, проедь. Дай мне проехать, братан. Ебать, он врезался. Ну, придурок. Видишь, кольцевая, блядь, дорога, да. Блядь, слепой или чё он? Сейчас пойдем еще под мост Южный, посмотрим. Там тоже должна быть пиротехника, вроде бы как. Но отсюда, кстати, видите, здесь нету, не будет столовой. Ее убрали вон туда, на перекресток тоже. 24/7, кстати, здесь, по-моему, 24/7, по-моему, есть, да? Чуваки дальнобоят вообще. Вот дома, кстати, сделают. Магазин одежды берут. А здесь была пиротехника, ее либо уберут, либо переместят. Я, короче, не знаю. По-моему, это будет мой бизнес, наверное. Кстати, баня тоже будет бизнесом. Давайте так заглянем чисто. Конечно, совместил серию с ОБТ, блин, с сервером. Ну, ничего страшного, думаю, вы поймете меня. Банька-парилка, 3 ляма. Будет стоить она. Новый интерьер также здесь. Ну, это круто, реально. Это реально круто. Так, покупаем абонемент. 500 рублей стоит билет в баню. Ебать, тут баня, конечно. Давайте посмотрим поближе. О, вот это баня, я понимаю, блин. Вот это другое дело. Смотри, какой просто интерьер, пацаны. Это, блин, это просто шикарно. Я просто, блин, капец. О, парилочка здесь. Вот просто реально сделали охрененно. Блин. Просто кайф. Ну ладно, пацаны, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь в группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm all